Всем привет! С вами Дмитрий Побединский. Я рад приветствовать вас на канале QWERTY. Интересно, когда же был придуман первый детектор лжи? Да можно считать, что до нашей эры, больше 2000 лет назад. В древнем Китае человеку насыпали в рот горсть риса и зачитывали обвинения. Если он был причастен к преступлению, то во рту все пересыхало и рис оставался сухим. В древней Индии подозреваемый, когда отвечал на вопросы, должен был тихонечко бить в гонг. Если громкость увеличивалась, считалось, что он врет. Страшно представить, какие в наши дни существуют методы разоблачения обмана. Это и шарлатанские йометры, и сыворотки правды спецслужб, и просто интуиция опытных следователей. Ну и, конечно же, детектор лжи, который вроде как невозможно обмануть. Но на самом деле не все так просто, и самую современную технику тоже можно обвести вокруг пальца. Итак, современный детектор лжи называют полиграфом. Он записывает сразу несколько показателей человеческого тела, которые сложно контролировать сознательно. А именно, дыхание, сердечно-сосудистую деятельность и электропроводность кожи. Если человек говорит правду, то все показатели в норме. Но если он врет, то тогда информация, извлеченная из памяти, не совпадает с ответом, и организм воспринимает это как некую опасность. Действительно, всякий раз, когда информация с различных рецепторов разнится, то запускаются защитные реакции. Ну, на всякий случай. Изменяется пульс, учащается дыхание, усиливается потоотделение, и наш организм просто выдает нас. Все эти реакции записывает полиграф, и по ним специалист определяет, врет человек или нет. Полиграф отслеживает массу показателей, порой очень неожиданных. Например, что касается дыхания, полиграф измеряет амплитуду, длительность вдоха и выдоха, их соотношение, угол наклона кривых, задержку дыхания, огибающую. Так что, если вы пытаетесь принудительно держать дыхание в норме, то это будет выглядеть неестественно и сразу заметно. Одним из важнейших показателей является электропроводность кожи. Вы только представьте, по поверхности человека может протекать электрический ток. Ну, точная физика этого явления до сих пор не изучена, но в основном это связывают с потоотделением и возникновением влаги на поверхности тела. Соответственно, человек врет, потеет, электропроводность увеличивается, это и записывает полиграф. Так что, когда вы находитесь на детекторе лжи, по вам действительно пропускает электрический ток. Нет, конечно же, не такой большой, что от боли вы говорите правду. Но все же. Но самое главное, неужели такой тонкий прибор, записывающий кучу изменений в вашем организме, можно обмануть? Проще всего обмануть полиграф, если вы психопат. Если у вас нет адекватного восприятия социальных норм и морали, то и тогда реакции на опасные для вас вопросы не будет. Также легко обмануть полиграф профессиональным актерам и патологическим врунам, которые могут настолько поверить в другую реальность, где они невиновны, что полиграф не сможет вывести их на чистую воду. Простой способ для обычных нормальных смертных людей – это иголка в ботинке. Можно немного двигать ногой, укалывать себя, вызывать реакцию организма и тем самым сбивать с толку полиграф. Можно укусывать себя за язык, но в любом случае такие механические действия будут видны даже малоопытному специалисту и поэтому вряд ли эффективны. Можно попробовать обмануть датчик электропроводности кожи, который крепится на пальцы рук. Для этого необходимо заблокировать деятельность потовых желез, то есть обработать их дезодорантом или мазью от потливости, или даже спиртом. Самое главное, чтобы средство не имело запаха и цвета. Хороший способ обмануть полиграф – это ослабить реакции организма. Для этого можно накануне употребить алкоголь, седативные препараты или 10 кружек кофе. Тогда реакции будут очень вялыми и ложь будет сложно разоблачить. Единственное, что перед серьезными проверками сдается анализ крови на наличие различных веществ. Так что такой метод работает не всегда. Отличный способ – это не спать несколько дней или устроить голодовку. Тогда организм будет настолько истощен, что реакции будут вялыми и непригодными для анализа. Но не перестарайтесь, вы должны быть дееспособными. Ведь если вы близки к отключке, то тогда электропроводность кожи очень низкая. Это хорошо видно на полиграфе, и это служит сигналом о том, что вы противодействуете адекватной проверке. Ну и, конечно же, самое лучшее – это полное абстрагирование от вопросов и механические ответы на них. Можно сфокусировать свое внимание на какой-нибудь детали в комнате или складывать в уме большие числа. Ну, такой способ, конечно, требует длительной тренировки, но именно так можно обмануть полиграф.
Можно, кстати, перед тестированием выпить огромное количество воды, чтобы очень сильно хотелось в туалет. Не, серьезно, в таком случае вы будете думать точно не о вопросах. В любом случае, знайте, полиграф не читает ваши мысли и не обнаруживает ложь, он просто фиксирует возбуждение организма. Причем у разных людей оно может быть разным. Эффективность полиграфа не доказана на 100%, и в большинстве стран законодательство не позволяет использовать результат такой проверки в качестве доказательства в суде. Так что полиграф по сей день – это вещь очень ненадежная, и он может дать ошибку, даже если вы его не обманываете. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Участвуйте в конкурсе, ссылка в описании к этому видео. Помните, что... Everybody lies. И спасибо за просмотр.